Доступность жилищного кредитования. Эта тема стала основной в ходе заседания администрации округа. На сегодняшний день в регионе работают две ипотечные жилищные программы. Одна из них так называемая социальная. Вот только движение очереди по этой программе незначительное. Поэтому необходимо пересмотреть механизмы выделения денег участникам программы, сбалансировать средства между льготниками и основной очередью. Как это сделать, говорили представители власти. Об изменениях в окружное законодательство расскажет Любовь Пермякова. На сегодняшний день моему сыну исполнилось 4 года. Мы встали на очередь по субсидии, когда он родился. Сейчас мы вынуждены снимать жилье. Мы снимаем трехкомнатную квартиру. Это очень бьет по семейному бюджету. Но в мае месяце мы узнавали, что на какие мы по очереди, по истечении 4 лет. Мы были 46-е, сейчас мы уже стали 52-е. Елена Канева в числе очередников так называемой социальной ипотеки уже 4 года. С каждым годом желающих воспользоваться такой формой кредитования становится больше. Следовательно, число первоочередников тоже растет, не давая возможности воспользоваться своим правом другим категориям граждан. В льготной очереди в настоящий момент состоит 49 человек. Общая численность нуждающихся в ипотеке более 1000. Очень хочется, чтобы администрация Анненского автономного округа, депутаты как-то обращали внимание не только на многодетные семьи, семьи там, да, с инвалидами, а на нас, обычных семей, молодых, с обычными детьми, с двумя, там, с одним кто-то, потому что все мы люди, мы все жители Ненецкого автономного округа. Сбалансировать выделение средств между двумя очередями одной программы нацелен проект закона о развитии ипотечного жилищного кредитования в Ненецком округе. Им предполагается распределить бюджетные средства на цели предоставления первого взноса по 50% между первоочередниками и теми, кто стоит в общей очереди. Это связано с тем, что в настоящее время очередь практически не двигается. Она, наоборот, двигается все дальше и дальше. Люди, которые стояли первые в очереди. Мы даем средства только первоочередникам, это многодетные семьи. То есть мы здесь пытаемся соблюсти как бы, то, что очередь получили, средства получали и первоочередники, и иные граждане. Для того, чтобы разгрузить очередь и избежать ожиданий, администрация округа разработала и утвердила альтернативную программу 5% ипотеки, где из бюджета округа субсидируется разница в процентной ставке. Программа будет запущена в середине октября. На сегодняшний момент в сентябре поступило согласие одного пока банка, это Московский индустриальный банк. В начале октября произойдет заключение соглашения. Предварительное одобрение есть от Сбербанка России, а в 2016 году к этой программе подключится и ВТБ-24. Граждане подходят в этот банк, их заявки рассматриваются банком на предмет, значит, основные условия – это новое жилье на территории Ненецкого автономного округа. На сегодняшний момент у нас 10 лет возмещения 5%, остальное, в принципе, сам кредит может быть больше. Согласно требованиям закона, право на льготную ипотеку получат заемщики, зарегистрированные в Ненецком округе и приобретающие на территории региона жилье, квартиру или дом на первичном рынке. Размер ипотечного кредита не ограничен. Принимаемые меры позволят не только обеспечить граждан жильем, но и стимулировать строительную отрасль в регионе. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».